Короче, сегодня второй день покатушек. Я вчера не успел все показать точки до Манова, но сегодня допокажу. И сейчас мы едем на горку в Трипалово. Я попробую там на Хонде в эту горку заехать, посмотрю, что получится. Вот, и потом мы уже поедем, должны поехать на Доманово. Такой план. Пожарить там шашлык и уже потом по домам. Вот, сейчас едем окольными путями по деревням, через деревни разные. Трипалово, на эту горку не берущую нашу молодеченскую. Отстыжки взяли? Нет. Короче, мы приехали снова к этой горке, на которой мы гоняли. Это? Да. Что, больной? Мне не жалко, но если что-то сломаем Хонде, придется это покупать. А так, ради бога. Ну, я просто представлял, что мы приедем в карьер. И там будет карьер. А тут мы приехали, по-моему. Все-таки вот есть у вас что-то общее с Надькой. Еще диады какой-то. Я был сюда подножку не поставил. Это псих. Поедет сейчас. Вот сюда. Да, знакомьтесь. Будете такими, как Руслан, тоже такими. На камере непонятно все равно. Не дружите с Русланом, он вас сделает такими же. Главное, чтобы он на меня не завалился. Что? Ну я залетал до кочек. Сейчас на третий, а тут на вторую уже втыкнул. Передним тормози. Красота, экология. Ты сцепление забыл отпустить или что? Оно меня выбило. Я на вторую передачу, оно просто выбило в нейтралку. Скорости, мощности тоже. Вообще налегке. Если бы кочек не было, можно бы фигачить было до верха. Мощи хватает и на руль. Я чувствую, что чуть-чуть отрывается колесо, но нормально. На третий. Что-то мне очково. Спускаться? Ну.
Не родился Руслан балериной, короче. Конь не по размеру. О, дубль 3. О, попал. Еще чуть-чуть. Иди поднимай. У нас толкача завелась на третьей. Видишь, какой с горки надо. Бля, тут бенз льется. Эндуро мастер, я бросаю тебе вызов. Александр Шуньков. Минская банда. Приедьте на ту гору и заедьте ее. Вы же про и Б3. Фу. Может, она уже в ухе? Не, я слышал. Такое прикольное место нашли. Там есть у меня собственный повар. Сейчас приготовит мне шашлык. Товарищ Сергей, который подсадил меня, как вы оцениваете эти 2 дня, пожалуйста, по 10-бальной шкале? По 10-бальной на 4-ку. Пиздюк! Я его тут учу заезжать в горки, а то он не может, в карьер приехал, разрешение добивался целую неделю. Мотоцикл его сделал, который не заводился. Он потом твой сделал. Ну да, ладно, 1-1. А сейчас мы посмотрим, как Сергей проедет небольшой вроде крючок. Совсем маленький, честное слово. Не, нормально, лучше, чем тут.